Да, да, еще послушать, послушать, да, надо будет взрыв послушать. Я насколько это опасно. Вот ждем взрыва. Там точно минута была до взрыва? Мы понимаем, что пыль представляет собой проблему, поэтому разрабатываем карьеры с двух сторон. И когда производим взрывы, учитываем направление ветра и взрываем либо с одной, либо с другой стороны, чтобы пыль не несло на город. Мы с вами, Клавель, говорили, через 2 минуты после взрыва пыли уже нет. Вы видите, что облако пыли уже осело.